спонсор новостей финансового блока – акционерное общество «Банк Финам». «Финам» – инвестируйте грамотно. И по традиции с нами на связи ведущий эксперт группы компании «Финам» в Волгограде Александр Марусинин. Александр, здравствуйте. В конце этой недели состоится заседание Совета директоров Банка России, и, вероятно, на нем будет объявлено об очередном снижении ключевой ставки. И вслед за этим событием нас также ждет снижение доходности по банковским депозитам. А какие альтернативные инструменты сбережения средств сегодня предлагают финансовые рынки? Здравствуйте. Банковский вклад – отличный инструмент для сохранения капитала, но его можно и нужно дополнять другими, более эффективными инструментами, которые при сопоставимом уровне риска имеют более высокую потенциальную доходность. И здесь есть простой алгоритм действий. Первое, что необходимо сделать, это открыть индивидуальный инвестиционный счет, внести на него денежные средства и на эти денежные средства приобрести облигации федерального займа. Но подробнее об этом в нашем сюжете. Хорошей альтернативой банковскому депозиту сегодня является покупка облигаций федерального займа на индивидуальный инвестиционный счет, открытый у брокера. Государственные облигации – это долговые обязательства на длительный срок, иногда на несколько десятилетий. В конце срока обращения облигации погашаются по их номиналу. Все это время эмитент обязуется регулярно, раз в полгода или ежеквартально, выплачивать держателю бумаг купонный доход. Это процент от номинальной стоимости облигаций. Единственным существенным риском по государственным облигациям является дефолт самого государства, что с учетом нынешних экономических реалий крайне маловероятно. И еще важный момент – купонный доход по государственным ценным бумагам не облагается налогом. Индивидуальный инвестиционный счет, кратко ИИС – это брокерский счет, дающий право на получение налоговых льгот, в частности налогового вычета в размере 13% от средств, внесенных на ИИС, но на сумму не более 400 тысяч рублей. Говоря проще, если вы внесли на ИИС 400 тысяч рублей, то на следующий год вы можете подать налоговую декларацию и вернуть 52 тысячи рублей. Таким образом, открыв ИИС с налоговым вычетом на вносимую сумму, заведя деньги на индивидуальный инвестиционный счет и купив на них облигации, вы получите не только освобожденный от налогов купонный доход по государственным ценным бумагам, но и налоговый вычет в размере 13% на сумму, внесенную на счет. Спасибо, Александр. А я напоминаю, что спонсор финансового блока – акционерное общество «Банк Финам». Акции, облигации, валюта, пусть другие разводят руками. Камон.ру от брокера Финам. Готовые инвестиции по подписке. Не надо ждать курьера или ходить в офис. Профессиональные трейдеры уже отобрали инвестиции за вас. Выберите и подпишитесь на портфель, исходя из ваших целей. Переходите на камон.ру. Финам. Помогаем зарабатывать.